Чуть не лопнул. Так, это вот шпингалет на евроокне. О, где это вы взяли? Это вот урожай оливок в нашем оледоходе, в котором мы останавливаемся всегда, когда в Памуккале бываем. Там вот чуть-чуть видно Памуккале. Главная достопримечательность. Ведем наверх. Тут песни Сережа, и пляски. Молодец, молодец, Сережа. Опа. А вот. Стена плаща. В мечети не согласен. Стекает прямо. Ух ты. Смотри, как прямо. Ой, и через нее можно фоткать. Ну, налево можно. Ну, направо чуть-чуть можно. А, вот и охранник, да? Какой-то пожар там, блин. Здесь вот можно ножки погреть. Я уже согрел ноги. Мини-сокликент. Национальных китайских костюмчиков. Вы тоже так будете делать? А? Вот так, да. О, Господи, вот так лучше. Юрчик, что это за голая женщина с тобой в бассейне? Оглянись. Да вам штанишки сушат. Сейчас тут многовато как-то людей для утра субботы. Там гора такая, и там гора. Вот так вот. Совсем тепло? Да. Там какие-то машинки едут.
Вот. Вот. Господи, не жуков транспортеров, а Volkswagen жуков. Вон, Volkswagen жук кабриолет. Много-много-много разных. А в конце Volkswagen транспортер и не один. Куча-куча. Концерн Volkswagen проводит рекламную акцию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двенадцать, двадцать два, двадцать четыре, шесть, восемь, тридцать, тридцать четыре, тридцать восемь, сорок. В общем, больше 40. Идем с Юрчиком по акведуку. Тут система ответвлений. Города нет, а водопровод есть. В акведуке. Возмутительно. Господи. Мы нашли кузнечикообразную саранчу. Вот сейчас она... Блин, саранча полетела. Вон она сидит. Да это саранча это выросшая. Слушай, саранча упала в траву. Вон она там сидит. Вот тут вот церковь. Чёрч. Уровень земли какой? А вот это пол храма. И тут тоже мы наблюдаем параплан. Тимити делает. Сейчас будет там над этим летать, над беленьким. Котик. Справа от Лены. Слева от Лены. Почему-то какой-то маленький смешной вертолетик, типа. Блин. Ворота. Эти парапланчики. Тут сплошное воздухоплавание. Тут парапланы веселятся. А вот страннейший вертолетик маленький. Где он тут? На камере плохо разглядеть. Вот мама в черной штуке, девочка без штуки. Почему? Непонятно. Почему именно он сохранился? Можно было сесть и за колонну держаться, так это придавало уверенности. А вон видно буквы древние. Вот тут одновременно маленький вертолетик, параплан, еще параплан и воздушный шар. Воздухоплаватели здесь резвятся как только могут. Это некрополис, город мертвых. Ну, мумия была специально подготовлена по акведуку. Так пошли уже дальше до конца, к ведуку-то. Такие шишечки на кипарисе крупные. Нашли вот театр. Только он немножко поиздержался. Ну, как и да. Вот тут вот ступеньки. Я же говорила, что почему здесь?
Тут, я думаю, все рядом. С палками там своими селфи. Варочка наша. Сюда мы еще не залазили. Большинство гробниц с крыши пробиты расхитителями. Нет, тут город, в котором марки по кругу. Красотень. Это сакральное место, реально. Тут в центре интересно стоять. Восьмиугольник. Самая главная святыня христиан этого Херапулиса в 5 веке построен. Здесь устали колонны всякие, купол был. Это все построено 8 одинаковых частей. Это октопус, как-то они октагонально. Все одинаковое. Тут алтарь. Там ребята. Выглядело оно все. Вот такие клоны были. Вот так вот купол такой был. Близко флаг был. Парапланчик. Мой любимый камень. И там еще где-то. А это был мой любимый Сережа. Вот это арка. Краеугольные камни. Ну, чтобы там сверху могли солдаты ходить, стрелять в разные стороны. Стена-то, город. Большая, ограничивая. Вот так вот к театру подходишь сзади. Тут вот горы, горы. Вот как раз заборчик. Я думаю, что это такое. И потом заходишь, обалдеваешь. Так вот раз, раз, раз. Опа. Вот так вот. Так. Занимаем места согласно купленным билетикам. Тут вот лесенка. Ну тут вот сидишь в каком-то римско-греческом театре и слышишь, как в минаретах молитва разносится по долине. И вот там под водой колонны он как раз под ней проплыл. И там написано ну так. Ну, под ней можно проплыть. И вот здесь видишь, типа нельзя. Такой вот небольшой попугайчик.
Dur kıpırdamayın, çekeyim. Тут раз и песик кому-то лески. Просто минус. Яркий не думал? И хвостиком даже завилял. Ну в офлайне сейчас сам я пробую. А тебе я твой пароль поменял? Ничего не менял. Ну дёрчик. Left onto Maglafetia Yolu D400. Так вот называется наша дорога. Подожди, turn left. А, у нас там 35. Left. Сейчас мы повернем left. О, на Мармарис направо. А слева на Анталию. Это мы на трассу, которая до южного берега идет, выехали. Все, наверное, больше это название дороги не скажет. Continue on D400 for 41 kilometers. Он далеко тут примерно нет, но сейчас все ближе уже. Может, ему тут с мечетью рядом, она как запела. Вот так вот. Вот это у нас произошло открытие экстренное гранатового сока. А это видео? Да. А у меня кое-что для тебя есть. Близко блок. Ну, нормально.